Всего 2 дня без дождей, и вот результат. Гниль практически ушла. Сегодня впервые за несколько дней наконец вышла поработать на своем участке. Вот как картошечка уже начинает цвести. Такая высокая она здесь. Все, конечно, заросло безбожно. Везде сорняки. Все требует внимания. Но начну я, конечно, с входной зоны. У меня везде требуется рука и за домом, и на огороде, и на клумбах. Но начну я со своей центральной клумбочки. Потому что это вход, это сразу бросается в глаза. Это то, что тебя встречает и создает настроение. Поэтому начну с нее. Не, ну вы посмотрите, опять розовые ромашки вместо красных. Вот который год сажу красные ромашки, у меня всегда вырастают розовые. Приходится их удалять. И люпин, похоже, тоже. Обманул. По виду он фиолетовый. А сажала красный. Тоже придется удалять. Распустились мои цинии, которые двухцветки. Из двух пачек по 10 семян в каждой было. У меня взошло всего 4 штучки. И то одна оказалась пересорт. Вот. Никакая она не двухцветная. Вот. Из двухцветных у меня вот такая вот коралловая и розовенькая. У нее больше розового, чем желтого. Очень мне понравились. Попробую собрать семена с них. Еще хочу показать свое лабельное облако. Здесь, конечно, сорнячки надо убрать. Но вообще вот такое вот у меня под вишней в этом году наросло облако. Оно все в горшочках практически, кроме двух кустиков. Вот здесь 2 кустика растут просто в земле, и там еще в серединке. Вообще это кашпо. Кашпо. Звучит гордо, но на самом деле это вот такие строительные ведра. Не прошло и полдня, как я наконец прополола и удобрила эту клумбочку. Все, теперь здесь все напоены, накормлены, подстрижены алисом в частности. Так что всем расти и радоваться. Хочу показать еще цинии, которые у меня есть. Я кроме низких циний, вот здесь вот эти я уже показывала, садила еще высокие. Тоже все из одной пачки, взошло всего 5 штук. Садила розовые, высокие цинии. Взошли и красные, и вот розовые чуть пониже, и вот всего только 2 розовые высокие. Вот так вот, как формировать цветник, не знаю. И вот здесь тоже цинии Хьюга называется. Напоминает бархатцы, ну мне по крайней мере. Не очень мне понравилось. Тоже всего 2 штучки из пачки. Вот здесь я посадила одну, и вот здесь посадила одну. Тоже всего 2 штучки взошло. Такая схожесть отвратительная в этом году у семян. Просто не знаю. Кстати, бархатцы еще не цветут, а цинии уже цветут. То есть цинии довольно быстрее начинают радовать глаз. Буду упор делать на цинии теперь, а не на бархатцы.